Салют, камрады, с вами Мастер М, и неожиданно, как и все на этом канале, мы вдруг оказываемся в драм-сале. Да и не просто в драм-сале, а в местечке под названием Норбу Хаус. Это максимально стилизованный пад, тибетский, знаете, вот это религиозный экстаз, который должен испытать человек, который давным-давно в изгнании, и который уже сегодня праздник поклонения, день рождения Будды, Гуру Пурнима. И мы в ресторане с видом на что? Вы понимаете, группа уже Пенси, Маши Порываевой вся в сборе. Мы здесь завтракаем, но посмотрите, какая погода сегодня. Драм-сале, месте, где живет Далай-Лама. И, кстати, вон его дворец Пелос. Сегодня туманно, поэтому не видно находящиеся вон там снежные пики. Не можешь пару слов по поводу? Сегодня величайший праздник для буддистов. Это день рождения великого Будды, день его просветления. Так. И в этот же день он обрел паранирвану. То есть это месяц Висак. И вот такой благоприятный день полнолуния ведического месяца Висак. Так что поздравляю вас тоже. Спасибо большое. Вы поняли, Висак пара-па-пара-па-пара приобрел в месяц. Не будем на эту тему заострять внимание, что подают в этом заведении. В данное время великие две планеты Венера и Юпитер находятся в соединении вот в эти дни прям непосредственно в одном градусе. А сегодня... Ё-моё, какая важная информация, друзья. Да, это будет буквально называется поцелуй двух учителей, любовницы Венеры красавицы и гуру учителя. Сегодня в 13:53 местного времени, то есть в это время можно непосредственно сделать что-то волшебное, но мы уже начинаем волшебничать, потому что это изобилие, любовь, роскошь, мудрость, сексуальность, отношения будут. Да, друзья, напишите в комментариях, что курит наш гид, и после этого мы сразу же пойдем полазить Далай-Ламы. И давайте посмотрим, чтобы сразу зависть, да, пробила вот девчат, которые не здесь, в Индии, где дешевые, дорогие, качественные камни. Что надо одеть на этот поцелуй планет? Поцелуй планет гуру – это любые желтые камни, цитрин, топаз, сапфир и розовый кварц, бриллианты – это все Венера. Так видите, какая нравится? Подготовка серьезная проведена была, и все. Много огромных валунов на девушке. Друзья, по поводу камней, Индия – это просто кузница камней, полудрагоценных, драгоценных, все это знают. Есть целые огромные там магазины, даже есть штаты, которые сориентированы на камни. Но я при всей своей длительной жизни здесь не рискую выбирать камни, потому что очень много фейковых, очень много прям огромная индустрия, которая вам говорит, сейчас мы тебя поймем, дружок. Смотрите, вылезло солнце, потому что мы медитировали на разведение туч на деньги. И мы двигаемся в сторону Далай-Ламы. Местечко обещает быть фантастическим, потому что день рождения Будды, это, блин, все сюда приехали, и все тут будут на тусовище. А, это же не просто так. Ну а здесь лекция за кайлаш утренняя. У доски учихалка. Во время этого, да? По инсайдерской информации, более 200 попрошаек прибыло на этот праздник, и работа закипела. Стоит, причем стоит дать одной, сразу налетают, требуют такие, нам. Ну так, мощно. Приближаемся, да, к резиденции. Довольно волнительно столпотворение, навалом машин, пробки, да, посмотрите, в основном лица все такие буддийско-восточно-тибетские, вот она, резиденция, нам туда. Ребят, я сам там не был, хотя жил здесь, но не доводилось зайти, поэтому для меня это тоже впервые, очень интересно. Все, проскакивайте, вы знаете, Далай-Лама, он прям возглавляет движение беженцев из Тибета. В связи с экспансией в, ну, Китай туда. И после захвата их земель, конечно, их задача сохранить какую-то свою аутентичность. Институт буддийского диалекта. Пока не забрали мобилу. Надеюсь, я там поснимаю.
Внутри, да, все раскрашено. Очень яркие краски у буддистов. Где же мы живем, друзья? Мы живем буквально вот самая верхняя зеленая крыша. Это наш йога-зал. Там такой вид. Бомбита. Само собой, для поддержания штанов вообще не нужно что-то маклярить, что-то продавать, сувенирчики, все остальное. Праздник Гуру подразумевает, что вы, если у вас есть учителя духовные, не знаю, книги, может быть, или реально вживую, то вы уделяете внимание благодарности, наполненной под ноги, приходите подношения, может быть, стол платоносных дотронетесь. Потому что иметь учителя – это круто. Это как свет в этой жизни, ты начинаешь ловить ориентиры. Тебе становится ясно, куда тебе нужно двигаться. Сзади был security check-post, и раз телефона не забрали, значит, Далай-ламы не будет. Как вошли, вам сразу же монахи дают водичку или сок, что вы желаете, вам надо. Давайте возьмем водичку. Да? Thank you. Камрады, ну давайте осмотримся. Я бы назвал это предбанником, где, так сказать, приходят все любопытные сюда. Сейчас посмотрим, как открывается вид. Вот такая тусовка, не напрягающая. Дети играют в религиозном поклонах, пока никто не бьется. Может быть, туда по лестнице, там все происходит, весь экшен. Пенсы Маши Порываевой проходит инструктаж. Когда я был здесь последний раз, никаких таких канаток, фуникулеров не было. И вот как смотрится дворец Далай-ламы с этой стороны. Здесь как бы классное настроение, людей, они веселятся, вон там парковая зона, фотографируются. Пойдемте посмотрим, что же наверху. Лично я, камрады, очень благодарен, да, Господу Будде и учению, которое он привез. Я считаю себя по-своему, относительно буддистом, потому что я практикую. Я практикую випассану, я практикую буддийские медитации, и я вижу, насколько это благостно лично для меня. Поэтому по мне так круто соприкоснуться к одной из махаяновской жемчужины, находясь в этом дворце Далай-ламы. Оба, вот она, начиточка, где происходит. Обалдеть, сколько народу. И все в едином порыве. Благодарности за Будду. Обалденно. И монахов сколько внутри. Ничего себе. Они должны миллиард раз начитать за эту неделю о Мани Падме Хум. Такая инсайдерская информация. Они считают на четках, а потом сдают цифру, кто сколько насчитал. И там потом подбивают общий итог. Так, сейчас проберемся прямо к алтарю. Снимать можно, отсюда отлично открывается обзоркочка. Всех поименно можно узнать. Знакомые все лица. И вот, с уважением. Друзья, от нашего канала я туда закинул доброе. Поэтому считайте, частица прилетела к вам прямо отсюда из драмсалы. Благости. Все равно вы закидываете донаты. Я их сюда перекинул, вон, пятихаточку. Три составляющие нашей жизни. И Авалокитешвара, из слезы Авалокитешвара, это такая красивая девочка в ванне, в тибетской одежде. Да, сегодня, конечно, самое время, чтобы одеться именно вот так. Прикоснуться к своим первоистокам. Нет больше у тебя родины, малышка? О, можно разменять обменник. Круто, брат, что не говорил. Монах очень крепкий, вот тренируется.
много дел про стирание. Смотрите, следующий этаж над алтарем. Мы видим такую штуку. Вообще, это всегда многоэтажная. Знаете ли, у всего есть как минимум 3 ипостаси. Поэтому будем поглядеть, что здесь. Куда мы попали? Закрытый храм, ни разу здесь не была. Видимо, сегодня праздник большой. Спасибо за объяснение. Так. Камрады. Специальный человек с подсветкой сидит в кроссовках и показывает, подсвечивает какой-то артефакт. Сейчас мы узнаем, что это. Очень интересно. Похоже, это кусочек дерева, где сидел Будда. Это моя версия, это не точно. Но надеюсь, он нам сообщит сейчас. Но люди с огромным уважением туда прикасаются лбами, третьим глазом, любой чакрой, в общем, притулиться, и будет вам благостно. В общем, друзья, 10 рупий просовываете, появляется надпись «Ом мани падме хум» на этом волшебном гриде. Вот там он. What is this? Натуральное появление. Вау, вот она надпись. This wood or mushroom? Mushroom. Mushroom. Грибы, братва, мы все поняли. Смотрите сразу, какая засветилась. Бандиты угорают, они ползком ползли туда. Им вообще по кайфу такая тусовка. Вообще очень частенько я буквально воспринимаю заветы Иисуса «Будьте как дети». Потому что в таком состоянии у вас уровень энергии очень высокий, вам все по приколу и смешно, и по кайфу. Интересная ситуация была. Я повязал свой свитер, а на нем изображена богиня, да. Тара. Я повязал его вокруг пояса, и, конечно, ко мне подошел монах, говорит: слушай, тут людям немного некомфортно, не надо его вокруг пояса вязать, повяжи на шею. Я спросил, что делать, он говорит, вот так носить. Я понял, так и будем носить. Год назад девочки были свидетелями, как создавали эту мантру. Посмотрим ее через мобильный телефон монаха, будет интересней. Из разноцветного песка, там песчинка к песчинке, там такая кропотливая работа, и все это с мантрами, и не просто так. Это глубочайшее изваяние божественного внутри. Если бы вы хотели изобразить Бога, как бы вы его изобразили? Они решили вот так. Камрады, а вот изображение этой калачакры, которую вы только что видели из песка, в виде 3D, в виде храма, в виде, может быть, даже частей света. Не знаю, это мистика. Это мистика. Thank you.
Ну, по итогу тоже можно оценить крутую очередь за просадом в столовку. Еду раздают вон там. Все голодные после молитвы. Несколько пунктов раздачи еды организовано, во все стороны очереди, народ стоит, монахи стоят. Ну, для них отдельно, между прочим. Ребята, кто более глубоко в теме, они в этой очереди. А так, миряне, голодные, оборванцы, попрошайки и просто сочувствующие, одни стоят вот в этих очередях. Ну, водички надо взять. А я что-то не голодный, блин, заставить себя поесть просад надо бы, конечно.